прикормилась, да, еще 20 человек не будет с нами. Посетил нуждающийся в помощи твоей. И через знак сотворение благое, тебе слава за все, отец и святой Дух. Аминь. Так, вы Надежда Васильевна на огороде были. Кто работал? Так, кто старше там был? Никого. Ливия. Надежда Васильевна. Ливия. Видите, я сказал, чтобы когда качают воду, один был там, где включается. Иначе бывает, забывает выключить, она качает и насос горит. Выйди сюда, Кирилл. Оставили Кирилла дежурить там, где включается у колодца. Ни у кого в мозгах даже не было, что он придумает. Он залез на крышку колодца, сел и сидит там время. Крышка, как мышка, перевернулась, а он головой вниз, туда его, и вот и коза ноги вытаскивать придется. Зачем ты залез туда? Зачем ты залез, когда это колодец, колодец? Тебе сказали сидеть, чтобы выключатель вовремя выключить. Не трудно работать, сидеть, больше ничего не надо было делать. Зачем залез? Сидеть. Почему ты не сидел там, где сидел? Зачем тебе на крышку колодца? Что непонятно, что это... Залез на стол, высокое напряжение. Сидеть. Ну там трахнет, и башки нету. Это же крышка колодца, она переворачивается. Ты сам обдумай жизнь свою, иди. Я считаю, это от сатаны. У меня девочки работали. Семеро. Телефон. 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 Аня, ну это горластая. Да кому только? Конечно, кому. Тот уже губы раскатал. Говори. Здравствуйте. Ну-ка, Ваня, иди сюда. Я? Да. Ваня, дай-ка отчет. Держи, я буду держать. Алло. Привет. Ну, нормально. Простыл. Нравится. Да, нравится. Да, я не купаюсь, потому что у меня горло сильно очень болит. Да, я очень сильно простыл. Да есть чем, лечусь уже. Да, травами лечусь. Но. Да очень жарко, всегда жарко. Короче, штанов передай побольше. Ну, чтобы мне штанов не хватает. Просвет, вот. До свидания. Ладно, вам все, короче, пока. Так. Ребята, учитесь быстро заканчивать. Потому что у нас определенный распорядок. Главное, сказали. Телефон. Алло. Говорите. Кого? Вот он рядом. Мы уже знаем, кому звоним. О, давай, Асень. А что? Привет. Нормально. Ну ничего. Алло, вы слышите, нет? Алло. Ну, мы положили. Арсений, тебе возможность дается. Я уже об этом говорил.
повторю, когда ребенок растет без отца, а родители нормальные, не пьяницы, они прилагают все силы, чтобы он был хороший. Но в их понимании хороший — это так, как они понимают. Но если бы был отец, отец понимает совершенно не так. Отец его возил бы на охоту с собой, на рыбалку, они этого ничего не могут дать ему. У него обстановка женская, женский характер. И этот человек, как правило, тогда, я даже говорить боюсь, что с ним дальше бывает. Это называется неотрезанная пуповина. И они сейчас боятся потерять его, не чем-то потерять, а какой он уехал. Он делает все как есть, он уже тиранствует над ними такой, я не конкретно говорю о ком-то. Он уже требования выставляет, а они перед ним единственный мужчина в семье. Но они не верят, что мужчины нету здесь. Это что-то между средним. Мужчине он меньше привязан, чем к женщине. И поэтому вот эта обстановка, трогать, это необходимо в жизни. Для таких детей оно странное. Он не может, он рвется домой, он может плакать, что угодно. Выход один только, пуповину это отрезать надо. Ребенок уже самостоятельный. Ему нужен мужской характер. Он не для армии, не годен никуда. У него, как правило, таких детей, говорю, не конкретно кому-то. Излишний вес, безразличие к работе. А почему? Они его закармливают конфетками. Он не может ни одного раза потянуться на турнике. Их это не смущает, что ребенок живет совершенно ненормальной жизнью. Представь, на турнике ни один раз не подтянуться. Да даже высказать нельзя. Нам никто это не говорил, что надо. Но я живу у деда учился. Дома отец без руки. У меня везде были прибиты, там где подтягивается, вся деревня ко мне бегала. Вот дерево, если я достану один там листик, я подтяну, а дальше уже на самой макушке, с дерева на дерево прыгать. Мы что только не делали. Вот этот пруд нырнул, и там в камышах потихоньку вынырнуть. Да ему это 100 лет это не сделать. Почему? Женщины. Тетка приходит, тетка, дяди нету. Отца нету. Деда нету. А что может? Он только сам должен понять это. Вот в нашем лагере он может понять. И разорвать эту пуповину. И тогда они увидят, в доме появился мужчина. И у них впервые появится к нему уважение. Они смотрят на него как на куклу. Винни-Пух там какой-то, и у них, они тешатся с ним. Говорю не конкретно, а это относится ко всем, где неполная семья. И поэтому, если он это не понимает, он такой будет. Но наступает момент, когда он не может правильно жениться, неправильно невесту выбрать. Мать дальше будет давить невесту, у него развод будет. А дальше, говори даже страшно, какие грехи у него будут. Это все на половой основе. Поэтому у кого такая обстановка сегодня, так, некоторые в тапочках опять уже. Зачем вы в тапочки залезли? Ну-ка снимите быстро и больше никогда не надевайте их. Посмотрите, воспитатели, начальник лагеря, все босиком. Вам понятно, о чем говорю? Да. По телефону разговаривать полминуты. Не могу оторвать от телефона. Мне звонят сейчас в Красноярске человек. Да я вот прочитал да в газете, у меня вопросы. По телефону больше 2 минут нельзя разговаривать. Рак мозга может быть. По скайпу. Ну я тогда найду, видно, что человек расположенный где-то. И все. Надо уметь отказывать, уметь. Четко и ясно. Вот сейчас веники вяжем, их бы не было, если бы я не настоял. Не было трактора. Уже заранее, на один день раньше, покос будет, помнете, ничего не помяли, все дома. Если завтра будет нормальная погода до обеда, ребята, надо срочно шкурить вот эти березы, она присохнет. Сегодня она снимается легко, там под ней сладость, даже ее лизать можно. Завтра уже надо будет ее просто отдирать, поэтому надо быстрее снять шкуру с нее. Платочки. Платочек, где? А у меня он там остался. Так. За нее кто отвечает? Я. Так, иди сюда. Где твой платочек? Тоже. Тоже нету. Воспитатель. Так, бери ее за руку, бегите туда. Бегите, вам неинтересно быть нормальными. Так, все, у кого платочка нету? Платочки покажите. Идем. За мной команда, поконим, поконим. Игнатий Тихонович, а можно нам? Аня дежурная. Игнатий Тихонович, а можно нам? Можно нам? Можно нам?
Так, сюда пошли. Денис есть? Тарас, кепку свою обронил. Или кто там? Денис есть? Да, жену тебе. Да, ты надежи, не будешь не надежи? Нет. Вася, будешь? Будешь ты? А, давай, еще кто там? Я просто прошел, зацепилась уже. Я давайте. Так аккуратно, аккуратно. Сейчас просто. Подожди еще, подожди, иди. А ты подожди, подожди, сейчас там тебе. Так, еще посуду. А, забрали. А, Галя, взяли эти бумажки? Газетки, да, да, там уже. Угу. Возьмите прихватки, а то так. Мне не нужны. Так, я еще покажу.